дочери 57-летней Деми Мур, Деми Мур и 64-летнего Брюса Уиллиса, Брюс Уиллис, могут похвастаться крепкими дружескими отношениями на зависть многим. Три сестры провели Новый год вместе. 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 25-летняя Талула отметили праздник необычным способом. Они встретили 2020 год обнаженными в ванне. Снимком семейного торжества поделилась младшая сестра. Талула рассказала, что десятилетие, которое началось, когда она едва не умерла от алкогольного отравления в ванной, закончилось в этом же месте. Зато уже все три сестры вели трезвый образ жизни, каждая – разное количество лет. «Черт побери, мы сделали это!» – с гордостью сообщила поклонникам Талула в Инстаграм. Она показала и снимок из того дня, который мог бы стать роковым для нее. Всем трем дочерям голливудских звезд удалось преодолеть свои зависимости. Девушки гордятся этим и не стесняются говорить о проблемах, которые теперь остались для них в прошлом. Посмотреть, как выглядели звездные мамы в возрасте своих дочерей, можно здесь. Недавно Деми Мур помирилась с дочерьми после многолетней ссоры из-за Эштона Катчера. Мы рассказали драматичную историю голливудской актрисы, включая ее любовные неудачи и проблемы с наркотиками.